Всем привет, дорогие друзья! Сегодня готовим яркий, вкусный, ароматный салат. Конечно же, очень красочный и из доступных продуктов. Начинаем готовить? Погнали! Первым делом нарежем редиску. Редиску нарезаем вот таким вот образом, на тонкие слайсы. Отправляю редиску сразу в салатницу. Редисочка сейчас очень сочная, очень вкусная, сладкая. Теперь нам понадобится 2 огурчика хрустящих, маринованных. Нарезаем также тонко слайсами. Огурчик отправляем также в салатницу. Также нам понадобится одно вкусное сладкое яблочко. Также нарезаем мелко. Я уверен, сейчас многие подумают о сочетании продуктов. Тут есть и кислое, есть и сладкое. Но, уверяю, это очень вкусно. Просто нужно попробовать. Нам также понадобится пару веточек зеленого лука. Нарезаем мелко. Добавляю лук. Добавляю смесь перцев. Солим. Соль у меня крупная, морская. И примерно 2 ложки сметаны с горкой. Хорошенечко это все перемешиваю. Перемешиваем и даем настояться буквально 5 минут, чтобы наши все ароматы, вкусы смешались. Ну что, друзья, пробуем. Сочетание, друзья, просто бомбезное. Очень аппетитное, необычное и вкусное. Друзья, обязательно к приготовлению. Кому понравилось, обязательно ставим лайки, подписываемся, делимся с друзьями и, конечно же, комментируем. А я с вами прощаюсь ненадолго. До следующего видео.